teacher's child lays beside a mother's broken heart. We stand in eyes above and glory. Вокальное шоу группа «Сюрприз» – уникальный обладатель 18 гран-при всероссийских и международных конкурсов. Группа сегодня – это 6 девушек и единственный мужчина Сергей Дерепа. Все участники коллектива не только уникальные вокалисты, но умеют прекрасно ладить, помогать друг другу в творчестве и в жизненных ситуациях. К этому идешь очень, проходишь длинный путь, вкладывая свои силы, свою душу, свои идеи, вообще всю себя. И вот я вот уже на сегодняшний день, 16-й год в этой студии, я считаю, что многого добились мы вместе, все вместе взятые, и пришли к хорошему результату. Знаешь, ты болтаешь во сне, еле внятно, непонятно, мысли хоровод в голове, куда-то едешь, потом обратно. В репертуаре группы популярные песни 70-х, 80-х, 90-х, русские и зарубежные хиты последних музыкальных сезонов. Также в репертуаре группы есть песни о России, Тагиле, металлургах и многое другое. Но главные песни, конечно же, о любви. Самый нежный, самый родной, самый-самый-самый безупречный роман. Вокальному шоу «Сюрприз» уже чуть более 25 лет. В нашем репертуаре очень много ретро-песен, современных, ретро в кавер-версии, миксованные, ремиксы. На данный момент мы делаем упор на современные песни. И для взрослой публики сейчас мы делаем акцент на молодежь. На пороге стресса в тот миг, когда ты напряжен. Юбилей Дворца культуры – важное событие в жизни коллектива, ведь Дворец культуры НТМК является домом для многих участников творческих коллективов. И «Сюрприз» – не исключение. Сегодня в составе шоу-группы 7 вокалистов. Востребованность солистов велика. Во дворце в праздничные дни проходит много мероприятий одновременно, и поэтому порой работают оба состава. Солисты поют с детства, но есть и те, кто пришел недавно. Это очень большой труд. И как бы к этому идти приходится очень долго, то есть невозможно просто выйти сразу же на сцене, имея голос, имея слух, и отработать так, как надо. То есть надо вот с малых лет человеку, чтобы он добился чего-то, а сохранить ту теплоту, ту атмосферу, это гораздо тяжелее. Вот этого тоже очень много, как бы, значит, в коллективе. То есть... Да, сохранить теплые, хорошие отношения, это самое вот. Важное, да, что есть... у нас есть. Основные критерии для работы в шоу-группе – это вокальные и артистические данные. Особо ценится индивидуальность солиста. У каждого свой узнаваемый голос и образ. Вокал сопровождается хореографией, стильными костюмами. А еще зрители и поклонники группы, а таковые есть без сомнения, отмечают яркий энергетический посыл. Последние достижения группы «Сюрприз» – гран-при на всероссийском конкурсе «Песня не знает границ» города Екатеринбург. Думается, что это не последняя их победа.